Автор протокола BitTorrent создал новый метод майнинга Proof of Space. Как сообщает CoinDesk, новая концепция, созданная Брэмом Коэном, это экологическая альтернатива энергоемкому Proof of Work, используемому в сети биткоина. Согласно документу Beyond Hellman's Time Memory Trade-offs with Application to Proof of Space, новая концепция представляет собой майнинг с использованием не вычислительных мощностей компьютера, а его дискового пространства. Авторы заявляют, что такой метод более экономически выгодный и щадящий к окружающей среде, чем Proof of Work, поскольку он делает вероятность добычи блока пропорциональной сумме выделенного пространства, разделенной на общую пропускную способность сети. В белой книге проекта в качестве авторов также упомянуты Хамза Абусала и Джоэн Алвен, а также Кшиштоф Петржак из Австрийского института науки и технологии, Данила Хилко из Парижской ИНС и Леонид Рейзин из Бостонского университета.